перейти через этот забор, часть 2. Первый способ, ну, помните, я там делал damage boost, на самом деле есть более легкие способы. Вам потребуется вот так вот встать на данную железную коробку, и вы должны всего лишь сделать грави буст, а то есть оттолкнуть эту коробку и прыгнуть. Вот. И вы попали через этот забор. Но, ребята, волк лип, он быстрее, но тяжелее. Вот так вот его надо делать. Нужно брать этот ящик и одновременно подпрыгивать. И еще вы должны сидеть. Вообще это очень тяжело. Короче, вы должны встать, ребята. Я повторил абсолютно все способы, как пройти через этот забор на своем видео.